На участке региональной трассы Югорск-Таежный начаты работы по реконструкции. Эта дорога входит в опорную транспортную сеть России и является частью Северного широтного коридора. До осени 2025 года специалистам Северавтодора предстоит привести в нормативное состояние почти 19 километров трассы. Сейчас ведутся работы по устройству земляного полотна, так называемой дорожной одежды из асфальтобетона, продольных канав и кюветов. Также на объекте предстоит реконструировать инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы, и отремонтировать мост через реку Эс. На последнем этапе здесь установят дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, а на аварийно-опасном участке новые линии освещения. Стоит отметить, что при реконструкции участка трассы будет сохранен съезд к микрорайону Югорск-2. Это поселок в Советском районе, который раньше носил название Мансийский. В проектной документации предусмотрен подъезд к поселку Мансийский. Значит, со стороны города Югорска данный объезд не разбирается. Более того, вот в этом месте устраивается канализированное пересечение, обеспечивающее безопасное движение автомобилей, транспортных средств, как со стороны Югорска, так и со стороны Северного широтного коридора.